Приходит сильно податый мужик в женский туалет, становится, справляет свою нужду. Бабы начинают вопить: «Да куда вы пришли? Это женское, вам не сюда! Тут все для женщин, все для женщин!» Мужик, справив свою нужду, поворачивается так к ним, держа свое достоинство в руках, показывает на него пальцем и говорит: «А это для кого? Для кого?» Всем приветики! Как дела, как настроение? У меня все хорошо, все прекрасно. Погода, не знаю, как у вас. У нас снежочек такой, прям уже все. Зима прям чувствуется. Но не поверите, буквально день снег, снова дождь, слякоть, грязь. Интересно, как у вас с погодкой? Пишите, не стесняйтесь. Спасибо вам огромное за поддержку и комментарии, за теплые слова. Мне очень приятно. Хотела напомнить, не стесняйтесь, присылайте самые прикольные и классные анекдоты. И я их с радостью расскажу на своем канале. И тебе лично передам привет. Спасибо огромное, что досмотрели это видео до конца. Не забывайте, подписывайтесь на мой канал и ставьте лайки. Всем пока-пока!